другий матч Деворського офіційний. І ну, команда виглядала через те, що молода, достатньо сирою. Що насправді стало причиною такого результату? По-перше, я хочу подякувати тим вболівальникам, які за нас боліли. Теж хочу поздравити команду суперників, що вони пройшли. Я кажу, рахунок по грі. Хочу теж сказати, що ті очікування, які від Ворскли ждуть, ми живемо в реаліях, і ми знаємо, як нам тяжело. Ми ніколи не відповідалися, що ми граємо яскраво або ще щось. Да? Ми граємо, як ми можемо. Ми терпимо, але завжди є людський фактор. Якась індивідуальна ошибка приводить до голу, який, ну, це насамперед дуже прикро. Але я хочу подякувати, проти, тим не менше, своїй команді за те, що вона билась, хотіла. І команда, яка обіграла того фаворита, який ми всі говорили, що ми будемо з ними грати, вона по ділу нас обіграла. Так що комплімент команді СДХ «Хазяїв». Для нас це може такий хороший урок бути. Ми знаємо своє розписання, ми зараз вже в воскресенье граємо вже свій чемпіонат. Наша задача туди собратися, туди встановитися. И как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю, как это тяжело играть в Львове в этой местной команде. Но нам было чисто добираться, грубо говоря, до игры. Это ни в коей мере не отговорки, и не ставится, и не хотим. А такие игры для молодой команды, она, я уверен, только придаст, может быть, опыта на будущее. А так все по игре. Не надо нам в упор говорить, что мы должны были, мы ничего не должны. Мы играли для Ворскли Полтавы, для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли. Желаю удачи команде соперников дальше играть. А мы едем и начинаем свой чемпионат. А вы можете сказать различия игры, вот игра, которая была первая игра и сегодняшняя игра? То же самое. Контроль мяча у соперника. Мы играем против мяча. Хотим, мы понимали, мы приезжаем сюда, у нас каждая игра на выезде. Они свой выездной матч проиграли, хотя мы там так же самое играли на выезде. Здесь домашняя команда, где трибуны подгоняют. Мы понимали, какой атмосферный характер. Попадаем, ну еще раз говорю, это, конечно, ничего об этом, то, что мы проиграли, может быть, есть какая-то доля, такая везение, где-то неуверенность, где-то какая-то индивидуальная ошибка приводит к тому результату, который мы имеем. Ну, все ж таки, что стало ключевым? Можливо, травма Филиппе, можливо, Вовра Сигальни, можливо, и поверно пенальти. Это совокупность всего, да, что мы видели, наблюдали в этой игре. Какая-то была неуверенность, боязнь допустить решающую ошибку, что оно всегда приводит к этому. Боишься ошибиться, ты всегда ошибешься. Когда ты играешь смело, что нам удалось в последние полчаса в первой игре, мы играли смело, и уже не проигрывали, нам надо было, мы еще оказались в игре. Сейчас так же самое. Те ожидания, которые приписывали нам до боя здесь, любая страна, он, смотрите, есть свои хорошие команды, которые с хорошей поставленной игрой. Мастерство, которое у нас есть, сегодня было недостаточно для того, чтобы добиться положительного результата.